среду погоду будет определять прохладная воздушная масса северо-запада Европы. Днем на севере страны столбик термометра опустится до 17 градусов тепла, ночью еще на 10 меньше. В светлое время суток прогремят грозы, пройдут дожди. Синоптики объявили желтый уровень опасности. Спасатели рекомендуют быть осторожными и оставаться дома. Жителей польского Вроцлава изводят комары. По словам экспертов, небывалое нашествие насекомых может продлиться до осени. Городские власти обещают решить проблему. Специалисты вскоре приступят к обработке парков и лугов препаратами, но для этого нужно дождаться подходящей погоды. Ветер не должен быть слишком сильным, а температура воздуха ниже плюс 24 градусов. В России бушуют лесные пожары. Огнем охвачены почти 40 тысяч гектаров. Стихия натворила бед в Ханты-Мансийском автономном округе, Амурской и Иркутской областях, Забайкальском и Красноярском краях. В некоторых регионах огонь добрался до заповедников, распространению способствует засуха. Возгорание тушит более 5000 человек, несколько сотен единиц техники и авиации. Завтра в Бобруйске ожидается переменная облачность, дождь и грозы. Ветер западный, скорость 7-9 метров в секунду. Днем столбик термометра поднимется до 21 градуса выше нуля. Ночью похолодает до 11 со знаком плюс. И это не рекорд. 22 июля 1968 в темное время суток воздух остыл до 5 по Цельсию. Мария Бересневич, Максим Галионко, Бобруйск 360.